я, наверное, не самый лучший директор. 4 воскресенья, говорю, 4 миллиона в месяц. А школу для прикрытия. А шляпа-то зачем? Со здоровьем было очень тяжело. Я тогда, скажем так, рисковал потерять ногу. Он мне говорит: дайте мне самую грязную работу, за которую никто не берется. Вот я ее буду выполнять. Пошел окно открывать, оно на меня начало выпадать. Было такое слово, оно, не знаю, может, некорректное, какое-то западло. А было желание кому-нибудь все-таки врезать? Был. Нельзя? Нельзя. Воспитание детей – это тоже дар Божий. Им нельзя врать. Нельзя врать ребенку никогда. Вообще, в принципе, врать нельзя. Я не могу сказать, что вот прям все было очень классно, но вот что-то такое хорошее вот ушло из жизни. Смотрите программу «Обернитесь» 13 сентября в 18:45.